Катился камень эпох по Европе и уже докатился до порту. Часть номер 20, в котором мы с вами пройдем уровень под названием «Порту», друзья. В игре Rock of Ages проходим режим «История», а дальше нас ждут еще другие режимы. У нас здесь Карл III. Да он просто как в поле ветер. Ничего себе, как мне сейчас захотелось в Doom поиграть. Разве можно так? Карл III. Вообще, моя первая Doom была Final Doom на PlayStation 1. Но потом я и Doom прошел. Это были очень крутые времена, я вам скажу. Так, ну а мы начинаем. У нас появились копии царя Соломона. Извлеки очень быстро все золото из своей территории. Где ж только строить эти копии царя Шломо? Так много, мы видим, поедают клеток. Так, наверное, где-то здесь надо пробовать выстраивать заслон. Так. Все, поехали. Возьму вот это, что можно загрязнить, загрязню. Три ключа здесь, друзья. Я их взял, потому что мне довелось выкатиться на этот уровень. Но покажу вам, конечно, где они. Вот здесь вот очень хитро вначале строят эти орудия, что не позволяет, по сути, с легкостью добраться до первого ключа. Ключ вот он. На таком интересном заграждении. Так, ладно. Катимся. Пытаемся закрасить им как можно больше клеток, хотя наша смола скоро кончится. Все. Так, зато мы подбираемся. Он уже подбирается к нашим вратам. Пока мы там куда-то подбираемся, но мы подбираемся ко второму ключу. Он здесь. Так, скорее. Люблю я эти уровни с водичкой, вообще они не нравятся, как канализация течет посередине и отравляет жизнь своим запахом всем. И вон он там, третий ключ, но я его возьму уже на других заездах. Здесь, по крайней мере, они все спокойно берутся, без каких-то танцев с бубнами. Мне прям в Doom захотелось поиграть. Прям в первую Doom, там манкубусы были такие, из рук просто жарили. Сейчас я поставлю корабли в моей гавани. Не взлетим, так поплаваем. Так, это я начал от начала, да? Хочешь, чемодан отгружу тебе? У нас вот последние корабли появились. Я и понял, что он спокойненько это все объезжает. Сейчас попробую его расчемоданить немножко. Так. На. Сейчас было неплохо. Может, получится расчемоданить, друзья, потому что это...
Это надо. У него там было сейчас. Понятно, попал, не попал. Вроде попал. Тем самым, правда, подтолкнул его к нашим вратам. Я вам скажу, это, наверное, самый сложный из всех уровней, которые мы прошли. Ну, как по мне. Он прям так рвется. Не дает спуск. Орудие умно строит. Я постреляю. Жаль, не допрыгнул. Очень даже умно. Посмотрите, что здесь. Делается. Так, но он еще не должен все-таки нас пробить. А нам бы ключ взять в этот раз. Последний. Такие палатки приятные. Последний ключ там. И мы за ним. Теперь скорее к вратам. Что ж меня постоянно обманка эта подлавливает. Так, строим корабли. Там, где надо, их построил. И у нас их уже слишком много. Давайте немножко покатапультим. Так. Теперь... Что надо сделать теперь, друзья? Теперь надо строить хоть что-то. В надежде, что это что-то как-то будет его тормозить. И лететь. Собрали. Ну, зачем он загорелся? Он сейчас в канализации потух. Ух. Туда, туда. Туда. Да, уже потух. Настолько полезно 1000 парень потратил. Рационализм. Использование целевых фондов. Куда ты там свистишь? Ты столько денег понастроил просто. Уйми. Так. И если мы сейчас его разрушим нашими чемоданами, то есть какая-то надежда, друзья. Только понять бы, где он сейчас. Шли.
В общем, круто получилось, что мы его ослабили. У нас вообще остается просто очень мало прочности, но тем не менее выстаивают наши врата. Вот это я ошибся сейчас. Я хотел, честно говоря, взять с прочностью шар. Но немножко промазал. Может быть, и докачу. Это будет непросто. Стреляют они. Да ну, нюхайте подмышку, что ж вы за козлы, а? Ну, если не попадание, то, может быть, провез бы огненный. Ну ладно, везем хоть какой-то. Потому что в этот раз уже наши врата точно не выстоят, друзья. Этот ветер поставил. О, правильно, подгоняйте меня. Так вот, если вы работать будете. Буду молчать, слова не скажу. Очень такой запеклый получилась тут борьба. Давай, давай. Сколько хочешь, можешь наворачивать руками, как Джек 2 и стейки на 2. Но мы побеждаем, друзья. И у нас шабаш ведьм. Это, наверное, один из последних уровней. Там какой-то козел. Круто узнать, что там будет. Мы узнаем в следующей части. Но в этой части я вам еще бонус все-таки покажу. После такой вот напряженной битвы. У нас есть такой тут камень, как куб. И это... интересная история. Давайте прогуляемся по уровням, посмотрим, сколько мы прошли. И в одном из уровней применим этот куб. Докатить его сложно. Есть даже достижение, которое выдается, если мы побеждаем, управляя кубом. Но когда мы его докатываем, урон он наносит побольше, чем валун. Вот мы пришли в Спарту, с которой практически все начиналось. Там до этого был еще учебный уровень 1. И здесь попробуем выиграть с помощью куба. Так. Прям обучение еще на таком обучающемся всем уровне. Давайте обтачивайте наш кубик, чтобы он был просто крепче валуна раза в 4. Во, посмотрите, какую гадость приходится катить. Понятно, что ни о каком разгоне тут и речи не может быть. Но покатим куб. Его, да, лучше вот так вот по граням катить. Он вообще неуправляемый. Прорвался вообще без проблем. Давай, кати. Что это он там остановился? Фору мне дает? Не надо мне этих подачек.
было еще сделать, там, не знаю, ромб, треугольник, еще какие-то фигуры. Так. Почти у цели. Попасть еще надо. Вот. Сразу наполовину хп. Куб ударяет. Наш кубик делается. Пусть не самая топовая, но хоть какая-то. Во! Я никогда не делал, если честно, куб в эту защиту. И вообще он круто выглядит, друзья, так. Ну, нам просто надо теперь докатиться, это будет победа, потому что даже прикосновение кубом к его вратам отнимает сразу пол хп у них. А ему еще нужно будет... Насекомые какие-то. Ему еще нужно будет... Ну, раза три точно нас ударить. Хотя нет. Не три. Сейчас очень сильно ударил. Это я не рассчитал. В общем, бесполезна эта защита, потому что она... Смотрите, как быстро у нас счистилась. Ставил этих гадостей. У куба, кстати, нету жизни, он не портится. Ребята крепким его делают. Так, ну вот теперь ему надо докатиться со старта, а нам финишную прямую преодолеть. Катапульты его очень помогли сейчас. Так как кубик рафинада. Чашечку кофе сейчас. Опустимся. Итак, кубический выходит на финишную прямую. Эти рывки, эти усилия, они оправданы. Вот так вот. Просто сделали его плоским. Показал вам этот бонус, ну и в тот шабаш ведьмы отправимся с вами в следующей части.